Всем ассаламу алейкум, добрый день всем любителям борьбы. Сегодня я хотел с титулованным младшим братом показать вам прием рука-голова. Кто не знает, это Ажол Махмудов. Ассаламу алейкум. Очень перспективный, очень техничный борец в своем весе, один из техничных. Хотел вам показать рука-голова бросок с перебором рук. То есть вы начинаете бороться, допустим, раз, и он провоцирует его на перебор. Обратите внимание на расположение моих ног, что моя нога не стоит вот здесь во время перебора. Я сильно на него не ложусь. Когда я готовлю бросок, я перебираю его, провоцирую. И он раз здесь перебирает, вот, перебирает. В этот момент я эту руку пропускаю дальше, то есть я ее пропускаю, проваливаю. И тем самым я подхожу и бросаю. Теперь смотрите, как будет все слито. Вот мы как будто боремся. Вот давление. Смотрите, обратите внимание на мое положение во время, когда я его бросаю, я уже здесь. То есть рука, голова, некоторые бросают, вот так начинают ложить. Здесь он начинает сюда уходить, может перетянуть вас. Всякие моменты вот такие вот происходят. Еще раз показываю. Я выхожу от давления. Раз. И это в основном происходит на краю ковра. Давление в основном. Раз. Он раз. Видите мое расположение, где я нахожусь. Он меня начнет туда затягивать, я здесь спускаюсь с него. Тем самым мой захват, моя рука передавливает ему сонную артерию. Здесь просто спускаюсь, когда он. И даю ему уходить сюда, он уходит, я его возвращаю, как я показывал ранее. Теперь медленно, детально. Смотрите, я провоцирую его на перебор. Я первый раз не захожу. Перебираю. Моя нога готова здесь. Она стоит между ног. Я начинаю перебирать. И вот в этот момент, вот, я пропускаю эту руку. Рука не такая, а жестко здесь. Я ее пропускаю, но жестко здесь фиксирую. И здесь оп, происходит бросок. Еще раз слитно и на скоростях. Вот мы боремся. Раз. Провалило. Это был бросок рука-голова с моим младшим братом Ажол Махмудовым. Всем спасибо.